Сегодня праздник у меня, мальчишки на рыбалке, а я порядок наведу, и вас с собою я беру. Ти-тин, ти-тин, ти-ти-ти-ти-ти-тин. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Ну вот, как вы поняли, вступление. Сегодня у меня праздник, мальчишки мои поехали отдыхать на рыбалку, а я, чтобы время не терять, не люблю, когда кто-то дома есть, наводить там порядки, а у меня сегодня такая глобальная уборочка. Я вам сначала начала убирать, уже там все там разгребла, все, потом думаю, ха, почему? Надо показать, как я начинаю этот кардебалет. Поэтому вам покажу, какой у меня сейчас бардак, мама, не горюй. И это надолго, наверное, сегодня займет очень много времени. Ну что, мои дорогие, чтобы не тратить время, вперед и из песни, поехали! Как все уже знают, я не могу жить без плана, поэтому я составила для себя план. Ух, видите, у меня цветочки красивые. Это папочка мне купил. Ну, в общем, первое, нужно душ, я это уже сделала. Так. Написано второе, балкон плачет, нужно срочно вывести все растения, там очистить, потому что балкон плачет, это все, это там уже, мама, не горюй. Одежду разобрать, а потом пропылесосить кровать, диван, постель вытряхнуть, поменять, постирать. Я вам тут сразу погодку показываю, пасмурно, но зато 22 градуса. Ковер помыть и отправить до зимы в отпуск. Расхламить стол под чаем. Ну, это вот у меня я вчера показывала в прямом эфире. Окно не обязательно в спальне, но постарайся, Элла. Маникюр, педикюр, ну, еще будет там то, что не записала. А это то, что я написала, вот это вот, это все нужно обязательно. Так что поехали. Мама, не горюй, тоже надо, смотрите, начинаем с кухни. Ну, это мое рабочее место, оно не меняется. Вот этот стол расхламить, это надо все, пищит аж, кричит аж. О, здесь, смотрите, все, ну, это уже все, я уже вытряхнула постельное. Одну тоже уже, ну, не запустила, а тоже вытряхнула, нужно только запустить. Я их стараюсь вытряхать на улице, мне тогда больше нравятся, они прям такие... Здесь как бы, ну... Буду ж пользоваться, в общем, тоже марафет надо наводить. Так, потом здесь сейчас, где тут свет? Вот. Что-то у меня сумка тут так. В общем, ужас. Здесь все перебрать, куртки. Идем в зал, ну или в спальню, в зал. В общем, куртки все перестирала, их нужно повесить до зимы. Накидать туда мыло, сигарет, все там. У меня моли нет, но на всякий случай нужно вот это в шкафу раскломить, там что надо, что не надо, что буду носить, что не буду. Ой, пошлите на балкон, вас заведу. Боже, какой здесь ужас! Боже, это я не знаю, это у меня мама не говорит, джим. В общем, все это нужно вывести. Тоже скоро у меня зацветет петунька. Короче, кошмар. Так, ну что, пойдемте в спальню. А, в общем, здесь, естественно, все пылесосить, этот ковер пропылесосить, помыть, почистить, когда высохнет, скрутить и оставить его до зимы. Ужас. А здесь вообще, ну, здесь вот тоже все постельное поснимали, снять вот это, пропылесосить, потому что. Вот про это окно, я говорю, оно уже плачет, оно уже такое пыльное, сейчас вроде не видно, а когда выключается свет вечером и темнота, прям видно, как деревья рисуются. В общем, не знаю, на все расхламить. Вот это мне тоже нужно расхламить, потому что. Так, что, Элла Федоровна, вперед из песни. А, вот это, да, вот это все это расхламить. То, что сейчас буду носить, то, что зимой. Сложить вот это вот глажка. Да. Вот такой у меня бардак. Вы в шоке, я сама в шоке. Смотрите, лайфхак, как это. Беру книжку, чтобы она была это, чтобы засунуть. О, раз. О. Оп. Такое можно вот так аккуратно засунуть, чтобы туда не лезть, не царапать пальцы. Видите, получается как ровненько. И простыня застелена. А, вон там вижу сейчас
поправлю. И теперь мне нужно два одеяла одеть. Мы спим под разными одеялами. Я не люблю под одним одеялом. У нас семейная постельная. То есть одна простыня и два одеяла. Ужас, ужас. Боже, рыбаки. О, боже, как же вы там рыбу ловите? Сейчас позвоню. Смотрите, какой град. Все, Элла Федоровна помыла окно. Как хорошо, что я не поехала на дачу. Ой. Ну ладно, если одно окно не помою, ничего страшного. Кошмар. Смотрите, град. Град. Кошмар. Ужас. Знаете, вроде дождь прошел, но вот хочется мне помыть это окно, я на него уже смотреть не могу, Я настроила на окно, а тогда меня не видно. Но я просто предварительно скажу, чем я мою окно. Сначала я вытру тряпкой, вот лок у меня разведенный есть. Можно обыкновенно в воду добавить, фейри или что, побрызгать, смыть. Потом я смою, у меня есть вот такая палка от швабры, я ее не выкинула, а... Вот это я покупала в Икее, я показывала. И после того, как я это сгребу воду, постараюсь сгребсти, я потом намочу клином, побрызгаю, и сотру этим, и насухо вытру салфеткой. Я не знаю, как у меня это получится, потому что дождь то идет, то не идет. Я знаю, что опять дождь выможет окна. Но, слушайте, ну дождь будет идти месяц, и что мне теперь? Умереть, что ли? Сейчас я вам покажу ужас. Видите? Сейчас я этой тряпочкой вытру и буду мыть тазики, щетки и всем-всем. Так, побрызгаю сейчас, чтоб щетка где достанет, где не достанет. Вот это жить так у дороги. Так. Всякие приспособления, чтобы с уголков вот отсюда в это делать, и берите вот такой напор большой, чтобы смывать. Все хорошо нужно смыть. Вот сюда вот залезть. Показать, как сейчас уже видно или нет, что помыто окно, но не видно, наверное. Смотрите, прозрачно, и это серенько. Ну, вот это вымыто, а это серенько. Думаю, видно. Потому что почему-то плохо видно. Сейчас перехожу к этому большому. Ой, большое, терпеть ненавижу мыть.
мыла, все пропылесосила, теперь вот полы буду мыть вот этой штукой. Нужно ее закончить быстрее бы уже, потому что она у меня уже лет и памяти нет. Год она до 24-4-18 года. Пахнет, ну, можно сейчас много, все дешевле намного покупать, и пахнет, и не надо выпендриваться. Мне ее, чтобы закончить, надо будет еще 5 домов помыть, и то она не кончится. Видите, как вот чуть-чуть насыпала на пенится. Ну что, мои дорогие, с одной комнатой покончено, это только с одной. То есть как-то вот так сейчас постирается. Постельная будет сушиться, специально поставила. Ну а куда? Вот, убрала наконец-то этот стол. И, слава богу, окна помыла. Окна — это счастье. Все. Теперь мне останется, ну, это на вечер, что погладить, что перебрать, что убрать с этого. С этой комнаты все. Я такая сейчас замученная. Я хочу сказать, что это будет первая часть. Первая часть одной комнаты. А вторую часть смотрите на следующий день. Так что я думаю, буду вас мотивировать так дня 4. Ну, я думаю, хотя бы, потому что если в одном видео выложить, то очень много будет. Ну что, мои дорогие, всем пока-пока. Это только пока.